Вот уже более 2,5 лет в акционерном обществе «Нижнекамскнефтехим» работает собственное вагоноремонтное депо. И что немаловажно, на сегодняшний день у ЖДТ единственное предприятие в Татарстане, оказывающее услуги по типовскому и капитальному ремонту подвижного состава. Построено по всем стандартам и оснащено самым современным оборудованием. Оно на сегодняшний день удовлетворяет всем требованиям существующим. Так, с выходом нового требования по аттестации тележечного участка, колесно-роликового участка, мы одни из первых в России получили разрешение и аттестацию на производство данных видов работ. Высококвалифицированным специалистам у ЖДТ под силу устранение любых поломок, даже самых сложных. Для этого у них есть все необходимое. Осуществляется производство плановых видов ремонта. То есть это ремонт капитальный и типовской ремонт железнодорожных вагонов в собственности «Нижнекамскнефтехим», а также других собственников. За счет работы депо сроки ремонта удалось сократить в 10 раз. А это значит, что и своевременная доставка продукции, и ее качество также улучшилось. Стоит отметить, что у каждого вагона есть своя специфика в обслуживании и определенное время на ремонт. Подвижной состав вообще у нас находится на пробеге. Он ремонтируется или по пробегу, или по сроку службы. Каждые 2 года вагон должен проходить плановый депоской ремонт и 1 раз в 6 лет проходить капитальный. Сегодня подразделение в основном обслуживает «Нижнекамскнефтехим». При этом мощности и оснащение позволяют принять и сторонние организации. По словам директора, в планах оснащение депо еще более современной техникой и расширение сферы услуг. Евгения Смоленкова, Лилия Мунирова, Артем Рябов, телеканал «Нефтехим».